Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня трэш. Будем пробовать нашего бардика неубиваемого на битве гильдии. Я показывал вам его уже в других локациях, и настало время теста на БГ. Интересно будет посмотреть, что он сможет. Сейчас единственное, я, наверное, сделаю десятку. Была у нас максималочка. Ну, хотя девятка, десятка, там, в принципе, роли никакой нет. Вот такая вот сборка. Огненка, истинная вера. Сюда мы ставим цепа. Теперь все. По снаряге у нас улучшение от хила. Поехали, посмотрим, что там у нас сегодня за противники. Нападают. Ну, я деф не выставил, надо будет снять. Так, лям 1.4. О, хорош. 1.7, 1.5. Будет кого сейчас унижать. Поехали. Неплохо, неплохие противники. Что у нас тут есть? Фрэнк, лиса, бард. Пойду через лесу нападу. Вот так вот, ребятушки, будет проходить теперь битва гильдий. У кого есть бард против лисы, ронин, я вам показывал, что ронин у нас... Мы, кстати, даже можем его выпустить вместе. Может, они вместе будут тащить, кто его знает. Ну, как видите, ронин, хотя и ронин не дохнет. В общем, зависит все от точности на лисе. Ну, вот такая вот команда. Ну, даже один бард, он соло это все вынесет. То есть они неубиваемые, им нифига не мешает, они ничего не получают по дамагу, по сути, потому что все превращается в отхил. Ну, я не знаю. Вот видите, ронин начал от лисы проседать еще. Ну, с бардом тут вариантов никаких нет просто. То есть бард соло будет шатать, ну, всех. То есть лиса там, зефир, я не знаю. Сейчас не знаю, кого мы там еще встретим. Они нифига сделать не смогут. Просто налегке. Вот вроде вам донатный крутой герой, лиса, она нифига сделать не может. Просто нифига. Вот так вот теперь будет проходить битва гильдий. 4000. Поехали следующего. Так, хранитель, космо, фрея, зефир. Поехали. Я не знаю, давайте через зефира нападем. Ноль. Просто ноль дамага. Это называется, ребятушки, писец. Это IGG. Бедный космо там дамажит. Еще и хранитель включается. Че пофиг. Ну вот как этого героя вообще убивать? IGG, ну вот как, вот скажите мне. Вот вы ввели талант, как теперь играть, если вот такие вот герои? На атаке фартов его не сольешь. Не знаю, ну вообще нереально, как по мне, где-то слить. Просто нули.
То есть нам надо, по сути, 2 минуты на любого топового противника. Плюс питомец и все. И битва гильдии закончена. Так, да? 4. Кто у нас тут? Зефир. Во-во-во, он начал проседать, ребята. Наконец-то. Кто ж его убьет? Тут у нас есть даже Фрэнк. Фрэнк с водушкой. Мэри. Фрея. Ну, смотрим. Просто аут какой-то. Максимальные герои. Ну, максимум, что они, он проседает на треть. Да какая даже треть? На пятую часть выбивает только. Все, дальше его нельзя слить. Возможно, если будут бить 6 героев, будет забор энергии, недомогание, вот как сейчас вы видите. Возможно, тогда он будет сливаться. И то не факт. Если брать PvP локации, туда вместо цеповок поставите, конечно же, какого-то супер питомца с уклонением там и с прочими хренями. И все, и нифига вы ему не сделаете. Вот просто включается талант, и он отхиливает себе фул за счет священного суда. То есть увеличен откил 2 раза, и в принципе все. То есть на сегодня это самая оптимальная топовая сборка для этого героя. Максимум, ну я же говорю, на 6-ю часть, на 5-ю просаживаю. Все. Как бы вы его ни били, забирали, не забирали энергию, ему пофиг. Так, 1,8 и 1,1 у нас 1,4 останется вроде. Я точно чекну. 101, 114, значит 108 будем бить следующего. Так, Зефир, Лис. Поражай. Поехали. Вы знаете, в таком случае даже Лис, мне кажется, помогает. Он не дает ему просто двигаться дальше. Ко всем героям. Однозначно плюс Лис с водушкой на дефе против такого барда. Это только плюс. Он его убить не может. Он по нем просто тупо, если попадает, то этот урон не проходит. То есть зефиры, там лисы и прочая вся хрень, ну, они нифига сделать не могут, по сути. Вот вам битва гильдий на максималке, которой я не знаю. Что бы вы ни делали, какой бы вы ни ставили деф, я не знаю, там уже не выдумывали что-то, но это просто нереально. То есть этот герой соло может пройти любую базу, любую расту, без разницы, какие там будут герои. Вот вам подарок от IGG, по сути. Ускорим немножко процесс. Оба землеройка, оккультист, отлично. Поехали. То есть вы уже увидели и Фрэнка, и всех остальных. Единственное, кто вот... Ой, я лису выпустил. Ой, выпустил, думаю, что за фигня, так просили. Думал, это смотр нас так ударил. Ну вот, ребят, смотрите. Как с ним воевать? У нас есть ворожей, у нас есть Фоба, оккультист, землеройка. Правда, они все не с этим, некоторые без водушек. Ну, без разницы, по сути. То есть, какой бы у вас ни был, да, кто бы ни стоял. Единственный вариант, возможно, еще 6 героев смогут слить. Но я в этом очень сомневаюсь. В правильной сборке, ну, это Unreal. Я уже не знаю даже, что с ним надо там делать. Но... Просто аутка.
это без супер питомца, это просто вариант на битву гильдий. Все топы просто изи. Тот же самый Ронин тоже как вариант, если брать, учитывать, если там нету лисицы. Он тоже не убивается. И то не все лисы его убивать будут. То есть тут тоже классная сборка. То есть талант, по сути, на сегодня очень крутой для некоторых героев. Для этих двух то точно. Вот вся наша битва гильдий. Налегке мы ушатали полностью всех топов. Вот такая вот, ребятушки, сборочка. Сейчас ее закину, покажу вам. Вот вам максимальный бар. Ну, единственное, еще этот чара не докачанный на максимал. Больше ничего не надо. Просто шатает все, всех и вся, любую расту. Что бы вы ни поставили, что бы вы ни сделали. И на ПВП-локациях вы его хрен сольете без нормальной точности. А точности мало у кого есть нормально. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.